Как вы думаете, будет ли какой-то такой момент, может ли наступить такая точка, и что для этого нужно, чтобы у россиян, у большей массы вот пришло это осознание того, что они сейчас творят? Ну, вы знаете, как показывает история, тут только две вещи помогают. Либо, как в случае с нацистской Германией, оккупация и капитуляция. Но это России не грозит, это слишком большая территория, плюс ко всему ядерное оружие. Либо все-таки долгие поколения, долгие столетия забвения и излечения временем, больше ничего. Я думаю, что, исходя из ныне развивающихся событий, мы с вами не увидим выздоровления России. Нет. Это будет гораздо позже. И будет ли это Россия, не будет ли это рассыпавшаяся страна? Потому что, конечно, Россия, она носитель вируса империи. И так уж получилось. И случилось это не при нас, вирус империи. И то, что сейчас происходит, это, конечно же, самый болезненный, который мог бы быть и нормальным совершенно, период разрушения империи, который Путин сделал кровавым. Но ведь Россия — имперская страна, колониальная не только по отношению вовне, но и вовнутрь тоже. Кавказ, Татарстан, Башкортостан, который совсем недавно взрывался, Якутия — это все республики национальные, которые очень хорошо помнят историю и очень критически относятся к настоящему. Ну вот Башкирию-то мы видели. Это восстание прежде всего против того, что пришлые люди забирают по распоряжению Кремля богатство республики. И башкиры не хотят. Недаром там же прозвучали первые еще антивоенные лозунги. Башкиры, возвращайтесь с войны, вы нужны у себя на родине. Якутия, богатейшая республика, которая добывает газ, по-моему, 30% от российского, добывают алмазы почти 90% от российского. И там нет газоснабжения в Якутии, не везде есть канализация, водопровод и так далее. Беднейшая республика, при этом обеспечивающая федеральный центр, то есть Москву, по большому счету, огромными богатствами. И там тоже зреет национальное недовольство. И зреет национальное сознание, это видно хотя бы по якутскому кино, которое стали запрещать. Поэтому то, что Россия останется в границах 91 года, в конце-то концов, это очевидный факт. Это, в общем, результат победы Украины, который, конечно, будет. И другое дело, сколько жизней еще надо на это положить. Поэтому, безусловно, весь мир не даст Путину победить. Безусловно, не даст. Это просто невозможно. Но какой ценой? Какой ценой он будет остановлен? Конечно, Запад может и прямо сейчас приложить все-таки побольше усилий, чем он прикладывает. Но, тем не менее, да, мы уже все понимаем, что это будет нелегко. Что весь Запад вместе с Америкой производит ракет меньше, чем производит Россия. Что у Путина есть ядерное оружие, и нет никаких сдерживающих факторов. Что он сумасшедший, может применить ядерное оружие хоть сейчас, да, вот прямо вот в этот момент. И он об этом говорит, и говорит его шайка и приспешники. Поэтому какова будет цена? Какова будет цена этой неизбежной победы? Это очень большой вопрос. Но после того, как Украина победит, что будет с Россией? На самом деле, вот я россиянка, у меня там остался дом. Мне совершенно неинтересно, на самом деле, что будет с Россией. А то есть неинтересно это для меня и для людей, которые сейчас там живут и желают нападать дальше на Украину, желают дальше отбирать жизни. Вот судьба этих людей мне совершенно неинтересна. Неинтересна, потому что они враги человечества. Люди, с которых с клыков стекает кровь, ну, правда. Но рано или поздно это изменится, и, наверное, мы как-то должны помочь этой стране, да, родине, мы ее знаем, как нам казалось, по крайней мере, излечиться от этой, я даже не знаю, что это, чума, это проказа, что это такое, что это за болезнь. И я не знаю, излечивается ли агрессивное сумасшествие,
Но будучи гуманистами, да, помогать надо, в том числе и буйным, в том числе и буйным. Я не уверена, что есть какие-то гуманные страны, где прям очень хорошо излечивать маньяков-убийц, но нам придется это сделать. Нам, в смысле россиянам, никто другой за нас это делать не обязан. Знаете, говоря сейчас все-таки о том, что Путин остается при власти, и о том, что выборы на России грядут, есть такое мнение, что Путин, вот он избирается на свой шестой срок, подав россиянам в том числе и такую так называемую национальную идею об уничтожении Украины и ослаблении НАТО. Поскольку это такие вещи достаточно нереалистичные и несбыточные, можно ли говорить о том, что это последний срок для российского диктатора? Нет, вы знаете, нет, конечно, нет. И еще порукой тому еще и возраст американских лидеров. То есть Путин, глядя на 84-летнего Байдена, прекрасно понимает, что ему будет 84 через 13 лет. И вот, пожалуйста, они у него точно есть, а при этом Байден еще же собирается на второй срок. То есть, и, конечно, за время управления Путина дальнейшего, конечно, мир стареет, и мир здоровеет при этом, и он, к сожалению, здоровеет вместе с ним, и даже, может быть, впереди. Слушайте, Брежнев был старше нынешнего Путина на 2 года, и он дряхлый, умер, и было уже понятно, что от дряхлости уже просто некуда деваться. А этот он кобель, извините. Это мне перед кобелями неудобно. А так, к сожалению, в очень хорошей форме физической. А нравственной форме там и форме головного мозга там будем... не будем рассуждать, потому что это очень-очень-очень горько. Нет, Путин тем более пришел на этот свой новый срок с совершенно новой концепцией, с новой идеологией. У него таки появилась за 25 лет, в конце концов, идея. Появилась идеология, то, что сплачивает нацию. Это не война. Война в России нет. Это мы с вами живем войной. Это вот вы живете войной. Вы каждый день это видите. И мир каждый день видит кулачок одесского младенца из-под завален и развален, убитый русской ракетой. Это мы видим все, да? А русские этого не видят. Не видят, они хотят видеть и знать. Не хотят. Нет никакой войны. Там условные патриаршие пруды, очень много денег, заливают провинцию деньгами, люди покупают новые дома, квартиры, машины, потому что это все, конечно, военные деньги. Люди богатеют, народ богатеет, потому что все уходит в оборонку, все уходит на выплаты этим, не хочу сказать слово воинам, не хочу сказать слово солдат, выплаты вот вооруженным и их семьям. И у страны все хорошо. Она поет и пляшет. Понятно, что это кончится очень плохо, как это обычно и бывает. Да? Всегда перед гигантским крахом вот таким в стране бывает гигантская пирушка. Вот она сейчас и идет, вовсю идет в России. Какая война? Украинцы знают, что война. Страны Балтии знают, что война. Это Молдова знает, что война. Это Франция знает, что война. Германия знает, что война. А Россия нет, не знает. И не подозревает. Для них есть специальная военная операция и борьба с НАТО просто на территории Украины. А территория Украины — это такая временная территория. Это она просто так вот временно называется Украина. А так она, конечно, скоро будет называться Россия. И вообще украинцы — это русские, просто заблудившиеся. И украинский язык — это, конечно, никакой не язык, это русский язык, такой просто покорёженный. А так-то, конечно, ну, сейчас НАТО победим на этой территории, и все наладится. И освободим, в конце концов, тот самый русский народ, который заблудился, посчитал себя украинским, все объясним, все разъясним, еще денег дадим. Вот и заживем, а потом, конечно, страны Балтии надо будет вернуть. Нормально же общались, да, были в советской стране. Вот надо будет, а потом Польша была часть Советской империи. А Финляндия-то была, конечно, приготовиться. Видишь, что вздумала страна НАТО. А ведь часть была Российской империи. Вот такой вот народ-богоносец, народ-освободитель. Освобождает Украину, украинцев от самих себя. Вот и такая национальная идея. Как самый великий, как самый культурный и самый добрый на свете народ
освобождает от иллюзий, от достоинства, от имущества. Заблудший народ. Да, вот, собственно, и все.